Народные песни и танцы в исполнении фольклорного ансамбля «Родник», веселые игры, хороводы и мастер-классы. В Одинцовской библиотеке с размахом отметили День семьи, любви и верности. Сегодня в этот замечательный день, праздник как раз верности, любви и семьи, мы решили поучаствовать в мероприятии в библиотеке номер один. Мирослав пришел на праздник вместе с мамой. Больше всего мальчику понравился творческий мастер-класс, где детям предложили самим сделать цветок, ромашку, из тех добрых слов, которые им ближе всего. Доброта, счастье, семья, мама, папа. Главный лепесток своей ромашки Мирослав выбрал со словом «любовь». Любовь – вот это когда вот вся семья любит, и ты любишь всю семью. И семья его любит сына. День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Наряду с развлечениями гости мероприятия окунулись в историю и услышали рассказ о жизни покровителей семьи и брака. Как сказано апостолом, что тот, кто любит свою жену, сам себя любит. А ведь секрет семейного счастья на самом деле очень прост. Нужно, чтобы в семье все делали вместе. И работали, и играли, и ели, и готовили. Все вместе. Понимаете, семья – это семья, то есть мы все вместе. Полина Толмачева, Ферит Харидинов, телекомпания «Одинцова».